Всем привет и добро пожаловать на канал Бибидаки Dolls. И сегодня мы открываем еще одну куклу из серии Rainbow High первой волны. И сегодня этот цвет фиолетовый. Фиолетовый краситель – это самый интересный и самый дорогой краситель в мире за всю историю окрашивания ткани. Дело в том, что фиолетовый цвет раньше окрашивали с помощью улитки. Улитка Мурекс, из которой выделяли специальную железу, из которой получалась одна капля красителя. И для того, чтобы окрасить ткань, нужно было поймать огромное количество этих самых улиток. И, конечно же, расход самих улиток был огромен, и ткани, окрашенные в фиолетовый цвет, были очень и очень дорогими. Поэтому фиолетовые одежды носили императоры, католические верхушки, то есть самые-самые влиятельные люди мира, потому что ткань была очень дорогой. И сейчас мы посмотрим, что же внутри этой коробки. Thank you.
фиолетовая девочка, конечно же, тоже очень хороша, и есть свои плюсы и минусы. На самом деле фиолетовая мне нравилась изначально больше всех. Теперь я вижу, что нет, есть куклы, которые мне понравились больше. И что мне понравилось? Мне понравились волосы, потому что они не просто фиолетовые, не просто сиреневые. Здесь очень много разных цветов. Здесь есть серебристые волосики, есть такие прям фиолетовые, есть сиреневые ближе к голубым и есть прям голубые. И все это очень-очень разноцветное и очень красивое. Волосы в целом мягкие, гладкие. Передние локоны по традиции очень сильно залачены, хотя никакого локона, никакой кудряшки здесь нет, поэтому я их просто равномерно вычесала. А куклы, конечно, при первом вычесывании очень сильно лезут. И лезут неравномерно, иногда даже низ приходится немножко подстригать. Но в любом случае волос у нее очень много. Очень красивое лицо, невероятные глаза, красивый макияж. Будьте аккуратны с сережками, потому что штырек у сережки очень-очень коротенький. И когда вы ее переодеваете или причесываете, можете случайно эти сережки просто потерять. Мне понравился аутфит, мне понравились оба платья, они очень красивые, очень девчачьи. Понравилась курточка, и шубка бы мне тоже понравилась, но она сделана откровенно плохо, откровенно некачественно, потому что это такой очень дешевенький искусственный мех, из которого выпадают ворсинки. И вы чуть его задели, у вас все вокруг в этих ворсинках, у меня до сих пор и стол весь в этих ворсинках, все вокруг в них. Оно сделано, конечно, прикольно и со стороны выглядит очень круто. Мне очень понравились первые туфли с носочками, а вот вторые нет. И не знаю, почему, как они умудрились так сделать, потому что вся обувь у Rainbow сделана очень классно и очень красиво. Вот вторые туфли, они немножко большеваты. Вы их сначала с трудом натягиваете на пятку, а потом они болтаются. То есть что-то они сделали по-другому, и в итоге эти туфли ей по размеру не подходят. Но вообще куклы интересные, хотя, опять же, здесь та же история, что, например, зеленый, да, вы не сделаете супер отличающийся образ. То есть платье и платье, да, босоножки и босоножки. То есть здесь нет того разнообразия, которое есть вот в некоторых куклах Rainbow, да, когда вы из двух аутфитов делаете совершенно разные образы, когда совершенно разная обувь, совершенно разные аутфит, совершенно разные верхние одежды. Здесь, да, отличается верхняя одежда, все остальное, в общем-то, одинаковое. Поэтому какого-то сильного разнообразия у вас здесь не получится. Но в любом случае кукла красивая. Расскажите, какая вам понравилась больше всех. У нас осталась еще синяя. Синяя пока в пути, она еще ко мне не пришла. С ней возникли некоторые сложности. Но синюю мы тоже попозже обязательно распакуем и посмотрим. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно было для вас полезным и интересным. И если вы не подписаны на мой инстаграм, то обязательно подпишитесь. Инстаграм Bibitaki Dolls. Недавно мои куклы съездили в отпуск и привезли с собой много красивых фотографий.